Так, ну окей, запустим еще раз. Да все пошло, блядь. Все пошло. Ёбаный в рот, пришлось аж запись останавливать, опять соединять куски говна. Наверное, не знаю. Я творог ебал, да? О, блядь. Ладно, вступаем в Орлинг, хули. Давай. Охотиться на бизнесмена. Во, хомяк, да. У тебя самое хуйное предложение сейчас сделать. Охота на бизнесмена. Так, ну чё, ломаем нахуй, еще раз пробуем. Нет, у него нихуя, блядь. Я не знаю, зачем ворота взламывать. Не знаю, баб, попробуй взломай. Просто. Ох, нихуя себе. Время пришло в гости отправиться. Да меня старинный друг. Душа квилега, блядь. Нахуй мне тут душа сдалась. Ставит жрать. I'm Athena, protector of champions and patron to heroic endeavor. You impress me, блядь. А чё он такая карликовая-то? Не знаю. Но они же увеличиваются в размерах. Зевс тоже был не великан, когда он меня ёбнул. Юбку задирай, блядь, Афина. But the edge of a mortal's mind will never be as keen as that of a goddess. Так, куда ты пошла? Чё за... О-о-о! Начался лабиринт, блядь. Чё? Мне, короче, надо попасть вон туда, куда-то. Бля, у меня башка кружится. Охуеть! Вот это пиздата. Вот это мне нравится. Так, куда бы запрыгнуть? Лол. Вот так вот. Ой. Так, Афин не может без всякой хуйни, видимо. Нет, это забавно, слушай, вот что перескать. Ну да, довольно интересно сделано. Да вообще, я даже удивлен, тут битву с боссом интересно. То в олень превратят, то еще какая-нибудь. Эй! А чё опять упало? Чё упало? Ну это. Что это? Не говори, что стрим, блядь. Да, все пошло нормально. Слушай, блядь, КГ опять дропнул. Время пришло. Не хотят отправиться. Ждет меня старинный друг. Хуйня, так, здесь где вообще? Ага. Find Labyrinth Key. Ой, мне вообще в другую сторону. Типа того, да. Ай. Мой друг самый главный. О, Мишка. Слушай, Мишка. Куда ты постой? Те-те-те-те-те-те. Пидар, плюшевый пидар. Да нет, на самом деле уровень довольно-таки интересный. Так что не надо его дропать. Не такое видели. Так, сейчас. Блин, куда бы залететь? Вот сюда, может. А потом вот так вот. Так вот. Я Человек-паук греческий. Первый Человек-паук появился в Греции, в древнем. А,
О, началось. Что это за херь там крутится? Оторви голову называется. Блин, Охуеть. Афин, ты совсем ёб дала, блядь. Да не, она ёбнуться не давала. Одна... Это же испытание. Да. А не Одна нас испытание. комната охуительнее другой. Ай. Хоть не сразу убивает, на том спасибо. Ай-яй-яй. Мишка, душевый мишка. Та-та-ра-та. Та-та-ра-та-та-та. Та-та-та-та-та-та, сука! Не знаю, что я взял, какую-то хрень. А нахуй, первый пошел, второй пошел, блядь. Пидор ебаный. Позвонить Кивичу, да? Да ты охуел. Весь день его Блять. не было, а тут встрял, блядь. Так. Да вы сами охуели, что так? Что за? What the fuck? Здорово. О, здорово. Блин, я проснулся, бля. Я как лунтик, нахуй. Я проснулся. Едь, блядь. Так. Блин, я сейчас заебись, блин, уборку делал, нахуй. Делали твою эту ебучую ее кухню? Сделали, вчера сделали, ты представляешь, блин. Обосраться, ёпта. Обосраться и не встать, блин, пиздец, короче, я сегодня коробки распаковывал, все на кухне переставил. А пробовал, блядь, сука, эту машину, эту посудомоечную. Зверь машина, слушай, бля. Я под впечатлением насувал в нее всякого говнища, вытащил красивые сервизы, чистые, белые, блестящие. Заебись, да. Я не понимаю. Может, мне не сюда еще? Скорее всего, не сюда. Слушай, потому это что точно тут не... три прохода. Это точно не Dark Souls, это точно не Metroid. Похоже, Я чё... но нет. Кивич. Ага. Скажи мне, а на болотах секретная локация где находится? Какая секретная локация на болотах? Это о чем? О, нахуй что. Так и что вы имеете в виду? Я никакую секретную локацию там не находил. А. Да я просто это тут ползаю. Да, в дереве. Хвост. В дереве? Ну да, там, короче, скрытая стена. По ней надо ударить. Блять! Да. Сука, опять обратно возвращаться. Да я ебал на. Так. Ну еще имеет смысл запрыгнуть в этот. Ладно, пойду. Первый опять круг. Пиявок ебашит, что делать. Иди. А! Упал. Сука. Да. Фишка, ёбаный, фишка. Ой, бля. Да. А я спать хочу наоборот. Ёбаный комар, бля. Он чуть не... Сейчас какая-то жесткая, смотрю, игра. Тут все крутится, вертится. Я себе. Ну, так это ж охуенно, ёпта. Не знаю, не знаю. Наконец-то не ебаная казуальщина. Но... О, я приоделся, нихуя. Я ты, блин. Модник теперь. Угу. Деревенский, блядь. Первый парень на селе, нахуй. Блядь, нахуй я сейчас спустился. Сука! Комар, блядь! Так, а чё в чате-то за такое идет? Я чё-то не... Не знаю, срач пак. Чё, по поводу чего? Там про политоту, что ли, чё-то? Ну, жрать людям нечего. Блять, такая ситуация в стране. Ну, это печально. Пошёл нахуй, комар. Шишка, ёбаный шишка. Куда ты постой? Иди нахуй, блядь. Давай, забирайся, ты говна мешок. На нахуй. Так, присыпал. Ладно, отсюда заберусь. Мне не так уж далеко-то остался. О, наконец-то.
Блять, ёбаная дерево. Ах ты, ёбаный ублюдок. А нахуй, да? Комаров больше вроде как нет. Да. Один остался. Сука. Москитол, блять, потому и не кусает. Блять, я не знаю, что я делаю. Пидор, ёбаный пидор. Куда ты постой? Та-та-та-та-та-та. Пидор, ёбаный пидор. Давай быстрее беги. Уи. Блять, опять там какой-то капец, я что-то не забрал, да ёбаный рот. На нахуй. Конец. Кстати, а получается, что на New Game Plus, там же это самое, шмотки уже не падают, что ли, всякие секретные там, которые... Все падает. Что, вторыми комплектами просто тупо, или там они меняются? Ну, вторыми, по-моему. Да, там. Ну, то есть, короче, они бессмысленные. Понятно. Нет, тогда это еще один повод не идти в New Game Plus. Блять, секретная локация под названием Сундук, что ли? Да. Охуеть. Ну да, там сундук. А там за ним еще эта одна дверка, ударь по ней. Да пиздец, блядь. А, лол. Там секретная локация. Блин. Никто не прикапывает, что сторонники разных образов жизни. Да, не будьте юзы, не разводите сопли. Что я тебе сделал? Что ты сразу? Сиди себе молчи, блядь. Давай, залезай, блин. Ой. Полость рта, во. Блядь. Полость рта ой. Ушатана, да. Да. Расшатанная носоглотка, на. Ой. Блин, ну я и выгнулся, блядь. Давай, стреляй, сука. Лимбо с луком. О, костер. Блин, чуть-чуть вот так вот. Куда ты постой? Ти-ти-ти-ти-ти. Блять, я ж подкат делал. О. Хост, я вижу, что туда со спусками все плохо. В принципе, вроде сейчас попробую. Так, а это что за наркомания? Не по ней тоже стрелять? Блять, сука, камера, не вертись нахуй. Иначе я тебя выебу. Что-то не понимаю. Че, я нихуя? Шишка, выше, выше, шишка. А, первая, блядь. Ты постой. Ти-ти, блядь, ти-ти-ти. Так, вот. Блядь, тут василиски, что ли, ползают, сука? Да, грибы там будут. Так, на грибы-то похуй, мне... Гидра в той локации еще будет. Так, Чё будет, гидра? Да. А я тут рот ебал. Так, первый. Блин, я туда, получается, не ходил, что ли? В пещере, да. Это ты где с самого низа по ветке поднимаешься да, и. Да. Блять, вот я там второй раз потупанул стукнул, блин. Я думал, там просто суть по крику ссадит, а что-то страшное случилось. Я упал, блядь. Это норма там локация. Покажи мой, это. И стоило так. Он заебал там, блядь, болтался как говно в проруби, блядь, и съехал, блядь, тварь ебаная. Съехал с катушек. Да пиздец, блядь. Истеричка, да, конечно. Я просто очень эмоциональный человек. Так что не надо, блядь, про истеричек говорить. Куда, блядь, ты постой, нахуй, да? Ебаная хуйня подзаборная. Беги, уебищный. О, мой труп. Видишь, оживление. Куда бы прыгнуть? Ладно, прыгаем вперед. Опа, да. Так, обломок титанита, блядь. Эй, соск! Соск. Соск! Ёпт. Так. Ладно. Соск на тебе. В глаз. Не? It's time to die. Щука ёбаная. Так, блять, у меня осталось 100 стрел, блять, куда я залез, нахуй?
сейчас надо позапрыгнуть вот в эту хуйню. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ага. Вот так вот. Я не понимаю, откуда идти. Честно. Полома красного титанита, блять. Красного как залупана. Не все ок. Мне эта игра немножко напоминает ту, что на Кракене стримили, как же она называлась-то. Где там про чувачка, который цвет менял. Да. Вот ну, тут тоже писали, короче, про Outworld. Вот прям... Outworld я хотел постримить. Не вот, ну, мне он тоже не показался похожим, почему. Не, погоди. А, вот. Outland, да. Outland. Потому что Outworld это этот какой-то. Нет, Outworld это мудаконы. Это, да. Да. Очко смерти. Закрыто. Так. 10 тысяч рублей. Сука, я еще и полый, твою мать. Ебать ты полый, так, флягу с эспусом, yep. О, подкат. Да. Кофейня. Так, а чё я опять наверх-то лезу, ёбаный в рот. Да хуй я, кстати, я тут тоже, блядь, забудился немножко. О, блядь. Куда идти-то? Что вперёд? Делать? Там, где живы враги, туда иди. Логично, блядь. Я не знаю, мне кажется... Да, мне кажется, за третьим ключом надо хуярить. Нехуй тут сидеть. Тут ключа нет, судя по всему. Так, я вот во второй... Ебать, Dark Soul. Втором круге. Да, блядь. Блин, что-то вы... Интернет просели, с чего вдруг? У нас вроде все ок. Возможно, у тебя интернет... Может, опять у Сани? Да не, у меня сейчас все ок. Ну, у меня тоже сейчас все ок. Но от вас почему-то два рубовой. Ну, ты у тебя, я Кивич тоже слышу, рубовой. А я вас нормально слышу. Я тебя тоже нормально слышу. Херня какая-то. Кивич, что за хуйня? А хуй знает. Спид-тест мне показывает 90-90. Все прям. Чики-пики, блин. Куда ты упал, сука, шавка ебаная? Уу! Уу! Прямо в пост попал. Сука, тупорылая. Так, it's time to run! Ебаная залупа, да? На нахуй, в кулас, блядь. На нахуй. Так, тут еще один. Сундучок. Я твой рот ебал. Не ебал, ну ладно. Блять, по этим корням, что за полость, блять? Какого-то вонючего рта на. О, мускус здесь пусти вниз. Так. Мне нужно попасть. Так, shift. Далеко я не посмотрел. Бля, здесь босс что ли какой-то или чё, блин? Там босс не будет в этой локе. Там только гидры и ковенант дракона. Ковенант дракона? Угу, там дракон будет говорящий сидеть. О, ей, на нахуй, тварь. Им можно вообще без этого, без палева хвост рубить, он даже не отреагирует. Лол. Ну-ка пойдем ему порубим сейчас что-нибудь. Блять, опять эти, сука, глазастые пидоры.
На нахуй. Иди в пизд... пиздень, да? Первый пошел. Блять, сука! А-а-а! Блять, я тут все ветки собрал. Внизу еще эти маховики бегают, ебаные. Маховики-затейники. Пидорасы, блядь. Ой, блять, опять, сука, ползти. Да я ебал ваш рот, а. Ладно, сожрем одну человечную, что ли. Так, хватит цепляться, ауч. Хватит трепаться, наш козырь террор. Ра-т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 а. Ёпта. Хуя, у меня нога аж в лоб ушла. Охуеть. Лол. Сука, опять ломать эти ветки. Да, с хвоста, хвост. Меч с хвоста, блин. Запел Шевчука, не так петь надо. Хамель там. Я не знаю, мне похуй. Я не фанат этих Шевчуков, Сектором Газа и прочих поляков. Ну нормально, это Шевчука с Сектором Газа смешал. Там. Я имею в виду, что ну я его русской не слушаю. От слова совсем. Ну а как же Ария? Как же группа всех, всех времен и народов? Ария! Нахуй Ария, блядь. Yes. Я не люблю ни Арию, ничего такого подобного. Это я могу сказать сразу. Я тебе, сука, лапу прострелил, хуль ты не... Блядь. Глазастый, получай. Шевчук так, поэт, музыкант, исполнитель. Хорошо, хомяк, я ничего против него не имею. Просто, ну, я не слушаю подобную музыку и слушать не буду. Да получи ты пизды, блять, тварь ебаная. Умри нахуй. Стойте монетки, ахуй смой. Бабат, хиллер, карелик и клерик. Кто карелик, блядь? Я хотел сначала прочитать Олег. Олег. Да. Но проебался немножко. Да, Олег. Отстреливали луком лапы. Почему лап? Не, это я ему в лапу попал просто. Поэтому... Блин, он не показывает этот дебильный вот этот второй, блядь, дверь. Нахуй, спрашивается. Если там нет нихуя. Еще сверху приправлено. Ай, блядь. Хомяк, я не проникся подобной музыкой, поэтому я могу тебе сказать, что мне это не нравится. Совсем-совсем. Никак-никак. Кивич знает, что я предпочитаю слушать, поэтому... Да, ты предпочитаешь слушать, когда ревут. У нас особо... Я не знаю, у нас есть группы, которые умеют реветь, как бешеные медведи? У нас медведи. Есть, которые умеют реветь, но, блядь, больше блядь, части бронетки. Вообще ни о чем. О, да, ну ты вспомнил, блядь. А, ревут постоянно. Они, блядь, ну это не ревут. Ну да. Ну, да, короче. Кантри, да, я слушаю. Блюз слушаю. Джазик немножко слушаю. Например, что еще? Дэдкор, маткор, металкор, хардкор там. Ну, короче, дохуя чего слушаю, но именно русское я не перевариваю вообще. Так. Хотя, не спорю, некоторые темы забавные есть, которые, ну, как, на разок мне. Я так скажем, блядь, да сука, ёбаный урод, блядь. Куда хватит? Податься, куда пойти, как говорится. Куда пойти, куда податься. Ёбаный глазастый урод, ты где? Аматори нет, спасибо, не надо. Я не голодный, блядь. Уж чё-чё, аматори я не это. Уж, блядь, тот же самый 2007 я
больше шиперся по стигмате, чем по матри, оригами там или еще какой-нибудь хуйне подобное. Ну это так. Ну эмо вся хуйня, блин. Ну стигмата там, ну в принципе да, они эмокорщиками были в свое время, потом они на металкор перешли, у них, кстати, довольно-таки грамотная это, грамотная музыка, но, блять, после, по-моему, второго альбома они что-то как-то вообще не в ту степь пошли. И... Ладно, я окончательно заблудился, блять, и осталось все равно 4 минуты, поэтому продолжим в следующий раз. Всем спасибо, что смотрели. Точно же, надо же начинать, блядь. Dead Space. Блядь, гриб, пошел нахуй! Да, всем пока.